Ох, мать твою, рысь какая-то. Уйди. Уйди, уйди. Ага. Всем привет, друзья, всем здравствуйте, с вами снова Виктор, с вами канал Видеок Плей, и мы играем дальше в Лару Крофт, Rise of the Tomb Raider, ребята. Как вы помните, мы залезли вот сюда, вот в этот вот аппендикс непонятный, и нам нужно с вами левую створку ворот открыть, вот этого мега-храма, я не знаю, что это, как еще назвать. Давайте, здесь явно куда-то наверх надо лезть. Так, какая-то вкусная штука. Читаем. А, стоп, эта карта обновлена. Я думаю, сейчас мы узнаем. Стоп, здесь что-то прям есть рядом со мной. Аварийный тайник. Где-то подо мной. Нет, где-то вот здесь прям. Смотрите-ка, где-то здесь аварийный тайник есть. Во! Смотри, прям в том месте, где обычно я ходил. Ладно. Что ж, продолжая наше путешествие. Вот так. Вот мы это делаем. Так, какая-то веревка, и нам нужно на тот кран попасть. А эта штука не упадет, надеюсь. Ну, какое-то тяжелое ведро, я думаю, мы сможем. Ой, 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 Ларочка, беги, да. Хорош. Тихо, держи меня. Куда мне надо идти? Так, наверх. Пока ведро стоит, сейчас я только пробегу, оно, скорее всего, сразу упадет все. Куда я? А, ладно, все, спрыгнул. Фух. А, смотрите, он вмерз каким-то образом. Нужно вот этой штукой помочь. Так, можно крутить. Но что крутить? Возможно, нужно раскачать вот эту байду. Чтобы ее раскачать, нужно сначала вытащить вот эту вот фигурину туда, подальше. Все. Сейчас мы ее вытащим. Потом на ролик прицепим ведро, вон то гигантское. Нифига себе ты дерзкая. Смотри, как она чуть что сразу останавливает и назад тянет. Вы представляете такую многотонную? Я не знаю, ну вряд ли тонна, конечно, но здесь очень сильно она весит, я более чем уверен. И она так спокойно ее назад тянет. Экран, он сорвет дверь с петель. Я понял. Я так и хотел сделать. И чтобы нам это сделать, надо... Так... Опа, намотаем сейчас. Давай цепляемся. Чуть-чуть назад. Чтобы под струю воды встать. Так, должно получиться. Да, вот теперь должно получиться. Вот ты ж, блин. Знаете, такая игра раньше была. Старая-старая, называлась The Incredible Machine. Вот это что-то наподобие. Все, кажется, ведро наполняется. Поперла. Мама, давай беги, беги, беги спонтанно так. Так, сейчас кран упадет, кран упадет. Так, еще прыжок. Давай, 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 давай. Как так? Я вроде бы мимо падал. Спасите меня, помогите. Ох, камни. Жесть, сейчас главное, чтобы камни не придавило. А то как тогда в Сирии, помните, меня там камнем подал. Эй, тихо, тихо, какого? Что, куда? Куда? О, все, нормально. Получилось. Опять я, по-моему, не допрыгивал явно, но игра решила, что хватит с тебя мучений, парень. В смысле, баба. В смысле, ой, женщина. В смысле, Лара. Говорит, на-ка, пройди-ка. Это должно быть бессмертный пророк. На Иисуса похож, если честно, как его рисуют во всех картинках, фильмах, а это прочем. Изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш.
Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Такие вот, которые в деревне живут. Изображено. В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику. Вон оно. Когда она говорит «святой источник», мне всегда почему-то в голове всплывает минералка. Я не знаю. Видимо, я какой-то испорченный в этом вопросе. Минералочки хочется. Так, давайте посмотрим, здесь что-нибудь еще вкусное есть. Атлас. А ну, дай мне свой атлас. Войдите, говорит, в город. Погодите, здесь вон что-то вкусненькое я видел только что. Ага, секретная коробка. С тремя шайбочками. О, а здесь еще, смотрите, монетки есть. Ну, пошли в город. Странно, путь-то тут один. Еще все не рухнуло. Как? На века строили. Наши, блин, русичи. Даже повреждения не могут скрыть мастерство. Ну так а я о чем? Так, ныряй. Поплыли. Правой кнопкой я сказал нырять. Так. Чё дальше? Плывем дальше. Давай, ныряй. Ныряй, я сказал. Что же там будет? Что же нас там ждет, ребята? Во. Неужели там зимы не будет? Я вот не представляю, как это такое может быть. Не, я, конечно, фильм смотрел про землю Санникова и все такое, но... Опа. Здесь, походу, было реально тепло. Смотрите, зеленые растения. А, геотермальная долина, ребят. Геотермальная долина, видимо, здесь источник тепла. Что ж так подлагивает-то, видать, подгружается что-то. Денува работает, судя по всему. Так, гейзеры бьют. Уж я сейчас потеть начну в своей куртке-то большой. И толстой. Так, колчан. Стрелы, это хорошо. Так, а куда нам теперь? Куда-то наверх. Интересно, увидим мы этих мужиков-то? Реально, прям речка, смотрите, сосны. Блин, как прикольно, елка-то нарисована. Ну, по крайней мере, издалека. Природа, конечно, ошеломительная. Прям смотришь на настоящую, похоже. Вообще выглядит сумасшедший пейзажик, да? Красота, черт побери, а? Прям так и хочется туда, знаете, на денек просто от всего мира оторваться и прям вот... Что? А, здесь прям натяжка есть. У-ху-ху! Опа! Сейчас крокодилы полезут на меня в атаку. О-оу. А ну стоять! Спокойно, спокойно. Ты же знаешь, я не строицей. С чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет, нет, нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила, тебе следовало уйти. Софья! Довольно! Отец! О, это ее папаня, прикиньте. Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебе удалось выбраться. А Софью, прости, она осторожная. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться.
Она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди, отведи их в катакомбы. Зажигайте костры, предупредите жителей долины. Невероятно. Софья, собери бойцов и приходи ко мне в верхнюю деревню. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. Будь у нас время. Потом. Я помогу, чем смогу. Подготовка к бою. Исследуйте долину. Ну, для начала я полутаю этот ящик. Я не знаю, зачем они его держат закрытым здесь. Деталь винтовки со скользящим затвором. Ёлки-палки, что это, снайперка, что ли? Ну, пошли исследуем, что у вас тут есть. Запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить другие поселения о происходящем. Делай, что смогу. Вы уж извините, я присяду. У меня вон целых два навыка. Надо признать, он очень выносливый. Троица нагоняет. Людям Якова пригодится моя помощь. А этот атлас с фрески пока не буду никому рассказывать. Если это действительно карта развалин, надо найти ее раньше Анны. Иначе получится, что все эти люди умерли зря. А у меня и без того на совести хватает груза. Так, если честно, из того, что здесь вот мне предлагается... Ну давай вот это возьмем, ладно. Что тут еще? Смерть с небес, нафиг не сдалась. Санитарам, быстрое лечение. Быстрее бинтовать раны. Атака с уклонением. Не знаю, если честно, что еще взять можно. Ну давайте что-нибудь так, шанс извлечь стрелу, например. Че нет-то? Как заставляют брать уже такие таланты, которые пофиг не нужны. Так, ладно, чуть назад. Отматываем. Улучшение оружия. Есть на лук улучшение. Белая вдова. Скорость стрельбы могу улучшить. Так, а если... Да, ух, ё-моё, время удержания... Не, наверное, все-таки белая вдова, да, оставим пока себе белую вдову. Мне нравится этот лук, он красивый, да и как-то, смотрите, он очень быстро натягивается. И повреждение ему можно сейчас улучшить будет, да? А, скорость стрельбы. И скорость натягивания. Ну, мне нравится быстро натягивать, так что давайте оставим. Что такое? Опять можно что-то улучшить? Я же только что улучшил. Заглючило, видимо, что-то. Так, штурмовая винтовка. А скорость стрельбы? Даже не знаю. Ну, давайте возьмем. Все. Вкачано все, что только можно. Можно быстрый переход совершить куда-то обратно. Например, в то место, где мы еще с вами не открыли. Под землей. Ну, ладно уж, не будем заморачиваться. И так, я думаю, справимся. Так, суперкоробка. Когда-то эта ваза была красивой. Но кто-то проделал в ней дыры и наполнил землей. Похоже, ее использовали для выращивания рассады. Ну, а ты теперь возьмешь себе как трофей. Молодец. Так, ну пошли долину изучать. Так, куда нам надо? Вон туда куда-то нас зовут. О, курица, 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 хватай ее, хватай, хватай, хватай курицу за яйца. А. Мне нужны еще. Че я только что сказал, сам не понял. Придется обойтись тем, что есть. Еще одна тяжелая для моего народа зима. Умирает больше, чем рождается. И чем дальше, тем беспокойнее становится молодежь. Я вижу, как они провожают взглядами редкие самолеты. С тоской, с надеждой, с томлением.
Я знаю, что они преданы делу всем сердцем. Но чувствую, что грядут перемены. Близится конец нашего нынешнего уклада. Минувшие вторжения забываются, но по мере того, как человечество идет по пути прогресса, неизбежно последуют новые. А нас сама судьба связала с этим местом. Не знаю, к добру ли или к худу. Вот так вот. Если им нужны наконечники, то мне нужны еще дрова. Я уже нарубила кучу. Наконечники, дрова. Все им нужно. Узкие наконечники делать быстрее, чем широкие. Так что делаем их. Привет. 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 Ты гость Якова, но если хочешь помочь, тут недалеко чинят сторожевые башни. Пойдешь по дороге, увидишь. Ты меня, конечно, извини, но по твоему виду не скажешь, что ты годишься в кузнецы. Спасибо. Так, какой-то колодец обесточенный. Куда нам бежать-то дальше? Давайте пахать пройдем. Яков сказал, что они придут. Мы так и не оправились от красных. А теперь еще это. Видишь что-нибудь я делаю? Сегодня я совершил ошибку. И она может привести к целой череде других. Я был с Алей. А ведь долгое время мне удавалось этого избежать. Она напоминает мою любимую Софью, которую я, казалось, давно забыл. Но теперь старая рана вновь закровоточила. Даже когда ее нет рядом, мысли путаются у меня в голове. Я веду себя как непоседливое дитя, несмотря на возраст. Нужно похоронить старые чувства и какое-то время побыть в одиночестве. Не понял. Чё за Аля? И почему то, что он с ней был, это плохо? Он что там, тёлочкой какой-то там волшебство творил или что? Так, непонятно. Так, вон туда мне. Давай, побежали. По-моему, лучше пусть гвозди закончатся, чем... Так, доступно какое-то задание, смотрите, не обязательно. Еще доп. Гробница. Что привело тебя сюда? Грядет война. Надо готовиться к ней. А у кого? У тебя задание? А, у тебя задание. Она ушла? Я пришла помочь. Что я могу сделать? Мы пытаемся укрепить как можно больше вышек. Многие из них сильно пострадали во время прошлогоднего наводнения. Нужные детали у нас есть, но нужно набрать кое-что в округе. Если мы восстановим вышки, у нас перед захватчиками будет преимущество. Мы сможем добраться до верхних уровней разрушенных башен. Можешь нам помочь? Ну давайте возьмемся, что нет-то? Я попробую. Спасибо. Неси древесные ветки, оленьи шкуры. А, всего-то. А вот, мне осталось две шкуры собрать, прикиньте. Всего лишь две оленьих шкурки, и все. Так, это что такое? Так, здесь кто? Так, неправильно. Скажи. Привет. Его. Так, а где-то у вас тут гробница испытаний должна быть, ребят. Вы не знаете? Вот, наверное, да, обозначено. Родина гробниц 0 из 4. Здесь 4 гробницы на этой карте. Вот это да. Вот это я вообще не ожидал, что их так помногу бывает. Так, ну что, в гробницу пойдем. Вы мне говорили, что это очень интересно. Ну давайте сходим в гробницу. Единственное, я так и не научился оставлять метку на карте, чтобы туда бежать. Поэтому придется как-то вот так это делать. Куда-то я вообще не туда смотрю. Куда-то вон туда надо бежать. Так, я уже почти прибежал. Где-то за водопадом, скорее всего. Опа! А вот цель, смотрите, мишень какая-то красная. Куда-то дальше. Где мишень только что видел тут? Здесь красная мишень где-то была, эй! Странно. Только что видел, она куда-то исчезла. Цепляйся. Так, нам куда-то дальше вниз. Рядом гробница испытаний, найдите вход.
У-ху-ху. Так, вон там походил, да? А как туда залезть? Лара, как туда залезть? Прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Труд на общее благо — отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Так. Вижу валик. А, это испытание, понятно. Так, вот за эту штуку надо цепляться и туда перелетать. То есть я правильно на самом деле все делал, просто не доделал до конца. Вон там я шел-шел и не дошел туда, куда надо. Так, только я теперь не знаю, как отсюда выбраться, если честно, непонятно мне. А, не, вот можно зацепиться. Давай, давай, давай. Нам все-таки вон туда надо. Я правильно сделал, кто туда залез. Просто я не заметил висящую вот эту фигурину. Так бы я в нее стрельнул и сразу бы оказался около испытания. Вон красная, смотрите, я же говорю, я тут видел. Хорош. Тут сигание такое вообще сумасшедшее. Тут все 8 штук. Ай, да что ж, черт. Давай. Плюх на жопе на своей гигантской. Нормально, че? Извините, ребят. Это было забавно, по крайней мере. Это было очень забавно. Такая парит, блин. Ну ладно, смотрите, в общем, не получается у нас с вами как-то начать это дело, поэтому пошли оленя искать. Вон олень. Долго, кстати, надержать может. Очень долго. А, все, две шкуры. А, я 3 шкуры сразу срубил. Ну, вообще замечательно. Так, хорошо, этот квест выполнили. Что дальше? Ну, можно пойти его вернуть. А это что такое? Давайте посмотрим. Выполнены испытания. 0 из 5. А это испытание в яблочко. Ох, что, опять возвращаться? Ух ты, а здесь что за дырка? Что-то вот здесь что-то странное, ребят, я не хочу туда идти. Ладно, попытка номер next. Следующая попытка, значит, отправляемся опять сюда. Давай наверх, 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 женщин. Осторожно, женщин, бежить. Так, ладно, сейчас вернем квест сразу. Нашла нужный материал? Этого хватит. Отлично, отлично. Часть положи вон в ту корзинку. Мы как раз сможем закончить ремонт. Но остальное нужно отнести в башню на берегу озера. Как закончишь, возвращайся сюда. Ну ты даешь. В башню на берегу озера. Йо, нифига себе, как далеко. Так, ну ладно, все-таки испытание нам нужно с вами посетить, попробовать какой-то траст. Я уже тогда попытаюсь залезть. Третий, да? Третий. Первый раз я не заметил, второй раз я упал. Давай третий раз. У-ху, блин, вот этот прыжок меня удивляет все время. Так, давай подходим. Останавливаемся и стреляем. У-ху, кавабунга! Опа, и рюкзачок здесь. Ну-ка, кто там у нас в рюкзачке живет? Найден сокро... Ух, нифига себе, сколько здесь всего, вы посмотрите. Вход в склеп какой-то, пещера. Еще вход в склеп. Ух ты, круто, что такое вход в склеп? С ума сойти. Так, ладно.
Ползем. Но там волки. Что ж ты будешь делать? Ну нафиг. А вот и шкура, кстати. Ну вылези оттуда. Вылез, я сказал. Из автомата намного лучше волков убивать, когда они особенно вблизи подбегают. Черти, черти такие. А ты смотри, он убежал туда, и даже невозможно его оттуда достать. Ну-ка, вскрываем склеп. Ох, хороша пошла работа. Ну давайте начнем искать, что же здесь нам нужно убить. Как обычно... Так. Дополнительная гробница испытаний. Неизвестное место. Пока что ничего интересного не находится здесь. Так, деньги какие-то. Знаки тамплиеров. Проходим дальше. Курточку, конечно, порвем, ну ладно. Там внизу, наверное, что-то есть. Да 100%. Я тоже так думаю, давай. Поразительно. Это что архитектура там? До православной эпохи. Да, православная эпоха. Ну, то есть это вообще древность, это когда еще наши предки были, ребята, язычниками. Что же они здесь делали? Золотая ременная пряжка. Декоративная, но крепкая и практичная. Хм. От военной формы, похоже, она сказала в конце. О как! Базовый лагерь здесь даже есть, прикиньте. Удивительно. Что я в рюкзаке могу улучшить? Давай улучшим, пока дают. Пистолетные патроны, патронтаж. Мне, кстати, ружья-то нету. А прокачать я его могу. И, кстати, я теперь сюда вернуться смогу. Так, очень интересно. Я верил свою жену заботам этих врачей. Болезнь развивается именно так, как мы боялись. Ее кожа окаменела, и она больше не чувствует конечностей. Врачи говорят, что ей уже не помочь. Можно только избавить ее от боли и облегчить смерть. Но ее нужно держать подальше от города. От меня. Моя жена умрет. И в этом мире я ее больше не увижу. Скорее бы оказаться в следующем мире и снова встретиться с ней. Может, у него, по ходу дела, он сейчас самоубийство совершит 100%. Не зря вот так издалека начинают. Палата страждущих. Так, именно здесь, по ходу дела, будет какой-то механизм у нас, да, изобретаться. Так, ну, во-первых, здесь какой-то лут есть. Сейчас мы что-нибудь тут изобретем, ребят, я более чем уверен. Давайте осмотримся. Так. Цветы, мужик какой-то. Опять вещица золотое какая-то. Золотое ожерелье с множеством деталей. Красивое. Кто бы ни был автор, эта вещь не уступает находкам из Империи. Так, давайте посмотрим. Есть какой-то лифт. Тут можно что-то за что-то цеплять. Зачем я это сделал? А, это крюк. Точно, мы его возьмем и поднимем лифт. Так, хорошо. А куда мы его поднимем? Там еще какая-то штука есть. Так, это что-то типа полиспаста, что ли, получится? Смотрите, там какая-то тележка есть.
Пока я не понимаю, как это работает. Так. Зачем эта телега нам нужна? Надо ее явно выкатить. Она не просто так здесь стоит. Так, что-то надо к ней привязать, наверное, да, скорее всего, и уронить, мне кажется. Хм. А, нет, с нее можно просто запрыгнуть, скорее всего. Нет. Может, туда? Нет. Так, а для чего я ее выкатил? Может, ее можно как-то взорвать? Так, вон там какие-то колеса. Нерабочие. Так, я так понимаю, все-таки мне нужно как-то куда-то забраться. А вот что здесь, давайте посмотрим. Так, палочки. Ай. Так, чего-то не хватает. Лифта не хватает поднятого, да, чтобы его поднять. Там наверху рычаг. Я смогу потянуть за него с помощью кометы. Ага. Спасибо за подсказку. Вот я не додумался, если честно. Все прекрасно сохранилось. Я его чисто не видел, если честно. Этот рычаг. Хорошо, что она подсказала, а? Надо лишь найти путь наверх. Все, отлично. Додумался. У-ху-ху, детка. Полетели, попрыгали. Опа. Отлично. Все, застопорили. Уц. Блин, вот это прыжок, а. Ютых. А здесь куда? И вот за этот парапет можно зацепиться. А, можно зацепиться. Просто здесь такая тень непонятная какая-то. Я прям даже не понимал. Можно, нельзя. Так, вот и здесь наверх сейчас, да? О. А, вон там уже и лут, смотрите. О, здесь много лута. Сейчас мы все найдем. Все откроем. Так, новая карта. Ну-ка, что за навык нам дадут? Скрижаль. Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Быстрое лечение. Перевязка ран занимает меньше времени. Удерживайте V, чтобы залечить рану. Вот так вот. А я его учить хотел. А оно оказывается вот так вот, возможно, даже. О, ты смотри, вот это я пропустил. Здесь в изоляции мы бессильны. Мы обладаем медицинскими знаниями империи. С нами тысячелетия опыта, мы можем вылечить любой недуг. Но здесь, на краю земли, мы беспомощны. Просто потому, что не хватает какой-то травки. Я мало чем могу помочь больным. Я знаю, как это сделать, но не могу, потому что мы скрываемся от всех. Эти люди, равно как и многие другие, умрут зря, только чтобы не раскрыть нашего секрета. Я молюсь о том, чтобы пророк был прав, и что все это не напрасно. Вот так вот, прикиньте, все умрут. У-ху, привет! Будто их прям слякать в самую. Так, ну что ж, мы с вами здесь все отболтали. Пора вываливаться отсюда. А, отсюда можно, кстати, телепортнуться через костер, чтобы долго не выбегать. Здесь же и быстрый переход в соседний лагерь. Вот сюда. Да. Вот и все.
Так, ребята, всем здоров, всем привет, это опять я. Это снова моя километровая задница размером с поля для гольфа. Продолжая наше путешествие, теперь мы знаем, куда нам надо идти. Куда-то вперед, отчаянно вперед надо ломиться. Испытания мы прошли, где-то здесь должен быть спуск, я видел. Привет. Здорово. У вас тут спуска нет? Жалко. А то бы я спрыгнул. Хорошо, и да, по лестнице. Можно вон сплавиться на водопаде. Я уже это не раз делал, это было немножко прикольно. Так, к вышке, наверное, сначала сгоняем к дальней, да? Как просили. А здесь что? А, здесь супер ящик. Супер ящик надо открывать. Давай, скрываем. Что там? Деталь пистолета-пулемета очередного. Так, пара колчанов. И, собственно, все, да? А, нет, смотрите, еще не все. А там что-то было. Почему ты не прыгнула? Я ей сказал прыгнуть. Она не захотела. Ладно. О, олень, привет. Блин, я застрял в деревьях. Где ты? Понятно. Скоро сюда нагрянет троица. Так, нам сюда, но нам туда в то же время, да? Так что давай побежали вдаль самую. По этому берегу, вдоль реки. Заодно исследуем, что здесь вообще происходит. Здесь очень много башенок стоит каких-то интересных. Так, гейзер бьет. Так, я почти прибыл. Опа, стой. Какими такими штуковыми? Подожди. Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. И мы исполним наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Нужно защитить, согласен. Вон, я греческий язык выучил. Что так, ты кто такая? Захватчики придумали нам новую напасть. Маленькие вертолеты, управляемые машинами. Беспилотниками зовут. Они не стреляют, но зато все снимают на камеру. То, что враг не знает местности, наше главное преимущество. А так мы его лишимся. Парочку мне удалось свалить, но с твоим оружием у тебя больше шансов. Попробуешь? Награда — древний лук из рога. О, сбивай, луки я люблю. Вопрос. Чем больше, тем лучше. Приходи ко мне, как закончишь. Прикольно, слушайте, а мне нравится беспилотники из лука сбивать. Это забавно, по крайней мере. Так, что здесь? Карта какая-то очередная. Так, я слышу урчание беспилотника. Где он? А ну иди сюда, я сказал. Ох, мать твою, рысь какая-то. Уйди. Уйди, уйди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята убивают. Жизнь. Куда ушла? Нифига себе, она живучая. Прошу прощения, конечно, что я убил рысь. Наверняка кому-то рыси нравится. Мне тоже, кстати, кошки нравятся. Но она сама на меня напала, я ни при чем. Так, где я нахожусь вообще? Оп.
А, я где-то рядом с башней, которую надо убить, а вон там два беспилотника еще летают вдалеке. Так, где-то тут башня, в которую нужно сложить мои припасы. Вот, наверное, да? Так, что здесь у нас? Ничего. Так, пошли беспилотники валить. Я сейчас туда-сюда, туда-сюда буду бегать, чтобы беспилотники эти валить. А зато сейчас заодно можно будет пробежать. А, блин, а потом опять сюда возвращаться за луком. Ну, елки-палки. Нельзя было, что ли, по-человечески сделать, в конце концов. Какого-нибудь одного человека. Так, вижу. Слышу. Вон. Все, отлично, можно даже вернуться сразу. Так быстрее будет. Ну, сейчас мы какой-то мега лук получим, ребята. Ууу, классно, классно, классно. Ну-ка, дай мне лук. Где мой лук? Сейчас набегаемся, ребят, вдоволь просто по этим всем. У, белки, белки, смотрите, скачут. Ну, все, я забрал. Вот, кажется, последнее сбило. Точно, последние. Может, отправят еще, но мы хотя бы усложним им жизнь. Благодарю покорно за помощь. Древний лук из рога. Дополнительное вооружение. В каждой категории доступно несколько видов оружия. У каждого из них есть как сильные, так и слабые стороны. Так, ну это я понял. В базовом лагере можно оружие поменять. Так, срыв разведки. Ну, еще сразу, наверное, тогда пойти нужно выполнить квест мужиков, да, сдать. Или погодите, или пойти сюда, там наверняка где-то базовый лагерь есть. Хотя не факт, далеко не факт, что он там где-то есть. Ладно, пошли на текущую задачу. Так, наверное, интереснее все-таки будет, чем туда-сюда носиться тут. Куда, стой. О, блин, чуть по своему не попал. Да ладно тебе, блин. О, сколько их тут? Стоять! Что ж вы так текаете вообще от меня? Вот они текают реально быстро. Так, кажется, нам туда. Да что ж такое? Да, нам туда. Давайте. Они, а вон костер всего, есть. Нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим внимание себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры, предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа – выживание. Соберите как можно больше патронов и припасов. Спрячьте все в пещерах и руинах. Когда закончите работу, встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Да. Понял. Отлично. Идите. Да поможет вам пророк. Круто. Привет. Здорово. Здорово, здорово, как жизнь? Привет. Так, где-то здесь опять испытание было. А, вон она, гробница, смотрите. Или это другая? Нет, та вон там была, это еще одна гробница. Здесь все 4 гробницы, действительно, прикиньте, сколько здесь гробниц. Так, ладно, я костер нашел. Давайте посмотрим, что там за лук. Это я привела сюда троицу. Я виновата во всех страданиях, что они причиняют. Боже, все повторяется. Опять я стала причиной чьих-то несчастий. Нет, Лара, не думай так. Иначе точно сойдешь с ума. Троица рано или поздно нашла бы путь в эти края. Так у меня будет шанс помочь остановить их. Или первой найти святой источник
и использовать его силу во благо, а не во зло. Надо сосредоточиться. Ради тех, кого уже нет. Кого я потеряла. Прикольный лук, но мой получше, по-моему. Хотя он, видите, рассчитан на скорость натягивания. То есть он быстро натягивается. Очень часто. То есть если по бошкам собачить, я думаю, в самый раз. Ну ладно, пока останусь тогда на Белой Вдове. Так, ну и что-то в рюкзаке, как обычно, можно улучшить. Сейчас посмотрю, может, колчан. А, нет, вот для патрон. Чуть больше патронов у нас станет теперь. Ура, господа. Ну что ж, я думаю, самый раз нам немножко прерваться. Вон курочка ходит рядом с нами. Намек такой. Чикен, чикен, чикен. Спасибо вам за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Ставьте лайки этому прохождению, потому что если вы не поставите лайки, то проходить дальше не буду. Давайте повысим ставки. Как насчет 500 лайков, а? Осилите? Я в вас уверен. До встречи в следующей серии, надеюсь, все-таки. Пишите комментарии, там будет... если что-то будет очень интересно, я прям даже отвечу вам. Ну а так читаю все. Ну и, значит, в описании ссылка на плейлист, кто затерялся и не знает, где еще можно найти первую серию, например. Всем до встречи, всем пока.